Спартак Васильевич, рада приветствовать на Тамбовской земле. Спартак Васильевич, ваша роль в фильме «Карлсон», помните? Да. В народе вас так и зовут, Карлсон. Вы счастливы этим? Ну, я счастлив тем, что у меня есть три образа, так сказать, союзного значения, так можно сказать. Это «Кабачок 13 стульев» и «Карлсон». И «Саид, белое солнце». Да, ну «Саид» это вообще уже. Ну вот видите, три образа союзного такого значения. Ну, очень приятно, конечно, что «Карлсон» получился, спектакль, потому что я был режиссером этого спектакля. И было два или три актера, которые исполняли эту роль. Но что-то не удовлетворяло главного режиссера, художественного руководителя. И уже оставалось дней 20 до выхода спектакля. Валентин Николаевич Плучий говорит, давай. И значит, вот я, ну, слава богу, получилось. Спартак Васильевич, для поклонников, и мы все поклонники фильма «Белое солнце пустыни», можете что-то вспомнить из реплики Саида? Ну, то, что народ придумал, я могу вспомнить. Он говорит, Саид, почему у тебя седло мокрое? Стреляли. Поблагодарим вас. Спасибо. Всего вам. Спасибо. Удачи. Спасибо, что приехали.